Вот в потной ладошке зажата конфетка. Вот вышел на улицу лапочка, детка. Вот кто-то конфетку отнял у дитяти. Ох, как это было ужасно, не кстати. Обида взрослела, шагала, карая, от дома до дома, от края до края, и вот доигрались. Обида на троне. Отняли конфетку? Возьмите. Так вот, Путин лучше, ну, скажем, чем Гитлер. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Какие-то там сбои немножко вроде были в интернете. Да, вы там покажите, подскажите, все ли нормально. Вижу Аллу Русину. Алла Русина, Маргаль Перин, Карина Старостина. Программа «Песня 21» снова вас приветствует и принимает свои объятия. Она устроена таким образом, наша программа 21, что я исполняю одну единственную песню за программу. И песни в этой программе повторяются таким что образом. Что там опять злые смайлики кто-то шлет? Злые смайлики? Ну, нормально. Постоянно кто-то злые смайлики. Это ольгинские тролли. Тролли, придурки. Вот. Значит, на чем я остановился? А я остановился на том, что да, что в этой программе песни повторяются, я пытаюсь спеть весь репертуар. Сегодня наступила песня, название которой «Алабайды». Дело в том, что многие мои друзья спросят, не могу ли я исполнить песню на каком-нибудь другом языке. Я придумал песню на тарабарском языке. Песня эта родилась где-то в году 2006-2008. Вот. И толчком для нее послужил анекдот. Я услышал анекдот, когда чукчи играли спектакль «Молодая гвардия». Это так. Тук-тук. Кто там, однако? Ну, это отвечает. Гестапо. Вот. Олега Косовая дома? Нет, Олега Косовая усол партизана. Скажите, приходила гестапо, больно сыпко ругалась. Вот. И этот анекдот мне послужил для создания песни «Алабайда». Я подумал, а вот если бы Владимиру Владимировичу заказали песню, прославляющую его деятельность, и, ну, как обычно у нас, бюджет выделил деньги, финансирование, сразу процентов 30 на одном этапе откат, потом субподрядчики процентов 30 на другом этапе откат. И, в общем, когда дошло до съемочной группы, к директору, там, продюсеру, им остались жалкие копейки. И, в общем, нанимать актеров уже невозможно, даже самых-самых плохих. И тогда они набрали гастарбайтеров, там, и узбеков всяких, и туркменов. И те, как могли, вот как они у нас на митингах иногда собираются, вот, как-то эти гастарбайтеры сыграли этот замечательный фильм. И что получилось? Получился вот такой «Алабайда». Вас Соколов, Мария Горбач присоединилась. Модест Соколов. Он не отсоединялся. Макс, привет. Да. Как там у вас там? Это с нами Индия уже разговаривает. Пермь, Индия. Вот Алла Русина зависла. А в прошлый раз она появилась и пропала. Передавайте привет Андрею Пивоварову, кто слышит. Вот пускай держится. Итак, песня «Алабайда». Алабайда. Владимир Владимирович Аке. Курск. Алабайда. 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 Курск Алабайда. Курск Алабайда. Она утонула Алабайда. Темеке. Курск Алабайда, Курск Алабайда, Курск Алабайда, Темеке. Владимир Владимирович Аке. Беслан. Алабайда. Балалар, кызлар, окушылар.
тақта бор терезе. Ойбай. Қалабайды. Қалабайды. Курс Қалабайды. Беслан Қалабайды. Беслан Қалабайды. Темеке. Курс Қалабайды. Беслан Қалабайды. Беслан Қалабайды. Темеке. Владимир Владимирович Акин. Нордост Қалабайды. Балалар, қызлар. Ойбай. Қалабайды. Қалабайды. Курс Қалабайды. Беслан Қалабайды. Нордост Қалабайды. Темеке. Курс Қалабайды. Беслан Қалабайды. Нордост Қалабайды. Темеке. Владимир Владимирович Аке, ойбай, Литвиненко шайтан. Қалабайды. Ойбай. Қалабайды. Қалабайды. Полониум Қалабайды. Полониум Қалабайды. Литвиненко Қалабайды. Темеке. Полониум Қалабайды. Полониум Қалабайды. Литвиненко Қалабайды. Темеке. Мистимирова Лакаева Қалабайды. Темеке. Политкомская Қалабайды. Темеке. Немцов Қалабайды. Скрипаль. Новичок Қалабайды. Темеке. Қалабайды. Скрипаль Новичок. Спасибо за внимание. Как вы поняли, последнюю строчку я дописал. Сергей Здоровец, Ирина Епифанова, Стас Почебут, Конек. Конек. Александр Стас. Джафари. Отмечайтесь, друзья. Марина Рязанцева. Марина Рязанцева. Татьяна Егорова, Валерий Казаков. Приветствуем. Приветствуем вас, друзья. Ну что ж, вот такая песня. Как вы поняли, да, последнюю строчку написал буквально последние часы. Вот, родилась эта песня в 2006 году приблизительно. Спасибо за то, что вы были с нами. А строчек все пополняется и пополняется. Строчка пополняется, пополняется. Я думаю, что просто был подходящий день именно для этой песни. В следующий раз это будет уже суббота. Вот. 17-е. 17-е. Вот. Посмотрим, какую песню. Я еще даже не придумал, какую песню вам спою, но я думаю, что будет хорошая песня. И будет продолжение сказки про «Не стреляя». Сказка в 20 часов. По Москве. Песня в 21. Вот. Ну что ж, друзья, продолжается наш замечательный полет вокруг замечательной звезды по имени Солнце. Мы с вами остаемся на этой планете, в этой замечательной колыбели. Вот приветствуем вас с Еленой Пинчук, с нашим всем. Вот. И что хочется сказать, что у нас еще есть приблизительно миллиардов 50 лет, пока мы не свалимся на Солнце. У нас еще есть время для того, чтобы любить, дружить, умирать, перерождаться в своих детей, летать на соседние планеты, выбраться из Солнечной системы, спасти человечество, спасти природу. У нас еще есть эти 50 миллиардов лет, говорят ученые. Если какой-нибудь придурок не включит ядерную дубину. Будьте счастливы, берегите себя, близких и природу. Ваш Михаил Новицкий. Песня 21. До встречи в субботу. Пока.